Ну, как поживаешь? Да, лучше всех, просто... Живу, как получается. Что это значит? Да ну, нафиг, пап. Давай просто пообедаем и поговорим. Это ведь несложно. Я тебя прошу. Тебе кажется, что у тебя все под контролем. Я отдаю себе отчет в том, что я делаю. Я не жертва. Тебе просто стыдно, потому что я был твоим мальчиком-зайчиком, твоей надеждой на будущее. И тебя бесит то, кем я стал. Да? А кем ты стал, Ник? Я перед тобой, пап. Вот это я и есть. Это не ты. Ты не такой, Ник. На себя посмотри. Ты просто обязан все и всех контролировать. Дай я тебе хоть номер сниму. Хватит. В гостинице на пару дней. Пап, меня все устраивает. По мотивам мемуаров Дэвида и Ника Шеффа. У меня пропал сын. Николас Шефф. С двумя F на конце. У нас никого с таким именем нет. Бывает. Я смотрю на него. На парня, которого сам воспитал. О котором, казалось, знаю все. И не понимаю, кто он. От продюсеров 12 лет рабства. Я думал, мы друзья. Думал, мы не просто отец, а сын. Ну почему? В жизни такого кайфа не было. Мне хотелось еще. Мы не такие. Мы лучше этого. Я не знаю, где сейчас мой сын. Не знаю, чем он занимается. Не знаю, как ему помочь. Никак! Я не считаю себя больным. Это же не рак. Я сам сделал выбор. Я сам виноват. Я подвел его. Одна я не справлюсь. Мне нужно найти способ заполнить пустоту в душе. Меня окружают родные люди. Я хочу, чтобы они мной гордились. Стив Карелл, Тимоти Шаломе, Мора Тирни, Эми Райан. Ты найдешь то, чего тебе не хватает. Ты снова обретешь себя. Знаешь, как я тебя люблю. Больше всего на свете. Больше всего? Больше всего на свете. Красивый мальчик. Режиссер Феликс ван Грунинген. Скоро.